5 копеек. А вы сейчас подтвердите или там уточните? Они заложили на следующий год, который они думают, год большой приватизации, очень много хотят продать, 12 миллионов гривен всего. Это меньше, чем... Миллиардов. Извините, 12,5 миллиардов. Да. Это сказать, что это меньше, чем 500 миллионов долларов. И чё? Ну, продав в следующем году все, что можно. Одесский же припортовый стоит на следующий год? Абсолютно все стоит. Центр энерго стоит. И вот это все за 12 миллиардов гривен они хотят? Ну, хотят. Нет. Так главное, весь юмор, что даже если это у них... То есть вот все, всю остаточную распродажу за меньше, чем 500-450 там будет по курсу, миллионов долларов, что вы решите, какие вы вопросы решите? А никакие вопросы не решите. Вы же знаете, что эти поцы уже даже рассуждают о том, что атомные станции можно продавать. Вы, я думаю, уже слышали это? Слышал уже такое. Честно говоря, я не знаю. Кто... Финансисты ИГИЛа, говорят, заинтересовались. Кто чем думает и что по этому поводу соображает, но... Продавая ОВГЗ, а, с доходностью там, в 15-20% для того, чтобы их потом выкупить и эти проценты погасить, то рост экономики должен быть соответствующим. Ты не можешь иметь 3% роста экономики, а, одалживая деньги под 20%. Тогда тебе придется что-то продавать, чтобы отдавать разницу. Но в конце концов то, что продавать, у тебя закончится. И что делать потом? В достаточно обозримом будущем, потому что после очередного этапа большой приватизации, мы смотрим на теоретически возможный рынок земли, на продажу последних прибыльных активов государства, которое есть, у государства не останется что продавать. Возникает резонный вопрос, чем будем погашать внутренние обязательства? А вот можно...